Вот мой совет, как защитить свои банковские карты от кибермошенников. Вам звонят из службы безопасности банка, кидайте трубку. Позвоните лучше сами, на номер, который указан на карте или на сайте банка. Вот и все. Хочу поделиться с вами лайфхаками, которые позволяют мне находиться в безопасности и быть в безопасности моим финансам. Первый заключается в том, что ни один сотрудник ни одного банка никогда вам не позвонит и не сообщит о том, что якобы по вашей карте пытаются совершить какие-то мошеннические действия. Вспомните единственный хотя бы случай в своей жизни, когда проходила блокировка карты. Что вы в данном случае делали? Вы сами лично звонили в банк и эту карту пытались разблокировать. И второй лайфхак, если вы в чем-то сомневаетесь в компании, сомневаетесь в каком-то продукте, открывайте поисковик Яндекс, Google и ищите эту информацию там. Поиск очень прост, в итоге вы не нарветесь ни на каких мошенников, которые попытаются вас оставить и без какого-то там товара, и без ваших денег. Чаще и чаще мы проводим все свои покупки в режиме онлайн. Как же обеспечить безопасность своей маленькой карточки, содержащей все ваши денежные средства? Ну или не все. У меня есть для вас эффективный и простой способ, состоящий из трех шагов. Заблокировать онлайн-платежи для своей основной карты. Второй шаг. Выпустить в своем банке виртуальную карту или физическую, которая будет использоваться только для онлайн-платежей. Третий простой шаг. Установить для вашей виртуальной карточки максимальные лимиты на осуществление этих платежей. Для особых параноиков вы можете перечислять денежные средства специально на эту карту только под конкретную покупку. Тем самым вы максимально себя оградите от возможной потери денежных средств. Будьте в безопасности. На этом все.